Предлагаю провести время в чудесном месте. Это будет незабываемое и увлекательное приключение, яркая, красочная история. Лето на острове Мара перенесет нас на тропический архипелаг, затерянный где-то на просторах огромного океана, под палящим солнцем и проливными дождями, где обитают причудливые существа. Summer in Mara – однопользовательская игра о сельском хозяйстве и крафтинге с простой системой RPG и элементами исследования. Игра разнообразна наличием ежедневного цикла и изменением погодных условий. Главный персонаж в игре – это Коа, маленькая авантюристка, которая должна позаботиться о своем острове. В вашем распоряжении окажется огромный открытый мир острова. Тут вам и лужайки, и леса, и скалы на берегу моря, и разнообразные персонажи, с которыми вы сможете вступать в диалоги, и задания, которые придется выполнять по ходу прохождения игры, и разнообразные миссии, и не только. Некоторые участки острова таят в себе забытые сокровища. Найти их можно при помощи различных квестовых персонажей, случайно либо в наиболее уникальных и таинственных местах. Но все же, основной задачей в игре является обработка земли и сбор урожая. А также нам придется сажать растения и деревья, получать древесину для строительства, изготавливать новые инструменты и строить сооружения из различных материалов. Можно разбивать поля на участки для выращивания разных овощей. В распоряжении также будет ферма для разведения кур и свиней. Полученные ценные ресурсы необходимы для производства более 130 полезных предметов, а также для ремонта и улучшения лодок. По мере продвижения Коа приобретает новые навыки, которые помогут ей справиться с ремеслом, торговлей и исследованием мира. Также на острове находится большая таинственная дверь, которую Коа никогда не видела открытой. Но однажды она замечает, что кристаллы, что были на двери, пропали. И теперь ее задача разыскать их. Вы отправитесь в плавание на новые острова в надежде найти ответы, ну и конечно найти сокровища и другие секреты посреди моря на своей надежной лодке, которую вы сможете усовершенствовать, приложив немного усилий и времени. С новыми островами приходят новые люди. Вы будете общаться и торговать с более чем 20 персонажами, каждый со своей историей и жизнями. Они будут давать вам квесты, подсказки о мире или просто рассказывать анекдоты об их жизни и путешествиях. Знакомство с ними – очень важная часть игры, поэтому разработчики приложили много усилий, чтобы сделать их уникальными и интересными. Но будьте осторожны, все не так просто, как кажется. Не все люди, которых вы найдете, будут дружелюбны. Злая корпорация под названием Элита хочет покорить Мару и эксплуатировать океан. На Попо одна из их первых жертв – странное существо, которое обратилось за помощью Коа. А чем это приключение закончится, вы сможете узнать, поиграв в игру Summer in Mara. С вами был канал Я Геймер. Оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира.